определенный интерес. Заранее благодарю. Мы слушаем. Хорошо. Здравствуйте, Билл. Спасибо, Квиц. Хочу сказать, что я благодарен вам за такой широкий жест. Замолкни и сядь. Ты распоследний поганец. Договорился с Монтекью развалить мою компанию и набить карманы. Что за нелепость, члены правления? Они не знают, что ты придумал, как лишить их верного дохода. Это мистер Блэк сочинил? Его выдумка? Еще не надоел этот мерзавец, его никто не знает. Но он все время рядом с вами что-то нашептывает. Этот тип всем нам отравляет жизнь. Ее отравляешь ты, Дрю. Ради сиюминутной наживы ты предал человека, который дал тебе все. Состояние, положение в обществе, возможность подняться на самый верх. Мне довелось видеть много разных предательств, и, признаюсь, меня всегда удивляло, как низко может пасть человек. Но Билл перенес этот удар в спину, так и не сказав, кто я. Нарушив данную мне клятву, он легко мог обратить свое поражение в победу. Но он не в пример тебе благороден. Из-за меня он лишился работы, компании, репутации. Я считаю, что это чересчур. И поэтому раскрою секрет. Сегодня я назову себя сам. Не томи, а то от страха обделаюсь. Еще и не то будет. Джо, не нужно. Спокойно, Билл, пора поставить его на место. Не стоит. Джо, Дрю сам уйдет. И не подумаю. Мы подготовили решающий удар, и мы его нанесем. Удар? Лучше помалкивай. Приготовься, Дрю. Я... Джо, прошу тебя. Билл, не вмешивайся, я сам. Нет. Я агент налоговой службы. А? Билл. А? Билл. Билл. Да. Да, он и вправду из налоговой службы, мистер Блэк. Зная о прошлых подвигах Бонтекью, мы предположили, что при помощи подобных сомнительных сделок он пытается уходить от уплаты налогов. Служба попросила мистера Пэриша оказать нам помощь, приняв предложение Бонтекью. Мы думали прижать его, и ваша сделка была просто подарком. Я дал свое согласие. Мы благодарны. Агент Джо Блэк — это не настоящее имя. Узнал о твоих фокусах. Получил данные, что ты ведешь двойную игру. Это явное нарушение деловой этики. Заранее спланировано. Уголовщина. За это дадут 5 лет. С конфискацией. Вероятно. Я требую адвоката. Никаких адвокатов. Предлагаем сделку. Ты признаешься правлению в своих действиях и уходишь в отставку. Что взамен? Останешься на свободе. Делаешь это белыми нитками, у вас нет никаких доказательств. Ошибаешься, они есть. И более чем весомые. Дрю, если ты сделаешь неверный выбор, не примешь предложение Билла и окажешься в моих руках, наказание будет суровое. Тебе придется считать не месяцы или годы, а века там, откуда нет выхода. Ваша взяла. Я созову совет завтра утром. Он уже созван, Дрю. Отставка принята. Более того, я предлагаю восстановить в должности председателя правления Уильяма Пэриша и отвергнуть сделку с компанией Bontecue International. Прошу голосовать. Да. 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 Решение принято. Спасибо, господа.
Ход коварный, но я хотел восстановить справедливость. И тебе это удалось. Все ждут твоего возвращения, Билл, и готовы перед тобой извиниться. Наслаждайся праздником, а я уложу все неприятные детали. Мистер Блэк, позвольте вас поблагодарить. Взаимно. Это лучшее решение проблемы. Мне светит пост начальника отдела.